Так, это значит сюда. Это вот сюда. Это отсюда. Это здесь вот так вот. Оп! Так, а это куда? Ох, и... Так, ладно, Пеня. Успокойся, держи себя в руках. Ты справишься, ты умный, сообразительный, у тебя все получится. Это всего лишь очередная дурацкая головоломка. Давай-ка еще разок. Так, это значит сюда. Это вот так. Здесь так. Ага. Ага. Оп. А это куда? Ох, ты зараза! Гребаный кубик гребаного Рубика. Будь ты проклята, пусть твоя душа горит в аду. Ладно, пойду лучше запишу пару строчек для нового альбома Cradle of Filth. Баю, не ложись на краю, придет адский сатана, тебе будет не до сна, вырвет сердце из груди, так что лучше спи. О, кажется, заснул. Моя любимая колыбельная работает без отказа, мне еще... Моя мать пела, я сразу засыпал, правда ненадолго. Все потому, что моя мать была очень тупой. То сигаретный бычок в коляску уронит и устроит мне настоящее пекло, то пузырь с вискарем туда же опрокинет. Из-за этого я уже в 3 года стал хроническим алкоголиком. Она, конечно, не со зла, но из-за этого моя коляска была больше похожа на мусоровозку. Именно в честь этого светлого детского воспоминания я решил назвать свою группу Cradle of Filth. С тех самых пор я очень трепетно отношусь ко всему, что связано с детьми. Но моя самая большая страсть — это неродившиеся человеческие зародыши, которых я подбираю возле абортариев. Они хоть и не совсем дети, точнее совсем не дети, но не могу я их так вот взять просто и бросить. Вот и приходится с ними нянчиться, выгуливать их. Ой, снова проснулся. Ты мой хороший, спи!